Как убрать второй подбородок? Второй подбородок – это большая проблема, которая бывает в двух случаях. Причем, если пустить эту красоту на самотек, скоро вам придется искать ролик, как убрать третий подбородок. Это канал SJ Body, меня зовут Спартак, мне 41 год, я фитнес-тренер из Симферополя. И сейчас я расскажу тебе, что нужно делать. Не забудь подписаться, потому что скоро на нашем канале SJ Body я буду раздавать меню для сушки к лету. Совершенно бесплатно. Короче, первая и самая главная проблема в том, что кто-то слишком много ест. Жрет как в последний раз. Не буду указывать пальцем, но это 90% людей со вторым подбородком, которые смотрят это видео. Вас уже давно лежит и ждет готовое, обновленное меню для похудения. Бесплатно. Только на канале SJ Body. На постоянной основе это меню лежит в нашем телеграм-канале SJ Body Fit. Заходишь по ссылке в шапке профиля, либо сразу в телеграм, смотришь закрепленное сообщение, скачиваешь это меню, либо меню для набора массы и пишешь мне спасибо. Ну а теперь инфа для тех, кто сам по себе худой, но морда вот такая. Что делать, если тут худеть не нужно? Но Спартак позаботился и о вас. У нас в ТикТок есть ролик «Как убрать жирные щеки», у которого больше 3 миллионов просмотров. Специально для тебя я продублирую этот ролик в нашем телеграм-канале. Ищи его по хэштегу «Жирные щеки».